Арбитражный суд Севастополя признал недействительным миллиардный государственный контракт на реконструкцию Парка Победы в Севастополе. Полностью удовлетворена жалоба Федеральной антимонопольной службы к заказчику реконструкции парка, государственному бюджетному учреждению «Дирекция капитального строительства» и к фирме «Глосок Крым». По материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд были выявлены нарушения. Установлено, что в нарушении требований федерального законодательства Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг нарушен порядок оценки заявок, предусмотренный конкурсной документацией, при оценке договоров, подтверждающих опыт работы общества с ограниченной ответственностью «Глосок Крым». В результате этого коммерческая структура незаконно признана победителем конкурса и государственным бюджетным учреждением Дирекции капитального строительства, с ней заключен государственный контракт на проведение строительных работ по реконструкции Парка Победы. Решение в законную силу пока не вступило.